Собираю грибы после дождя. Кидают мне уточки яйца. Как раз я и искала, чтобы сварить цыплята, мне не хватает. Так. Наши улики. Вот молодежь моя вся, обработала я ее дустом. Всю молодежь обработала дустом. Смотрите, ребят, сейчас живность появляется на птице. Можете не заметить, так как еле-еле она заметна. Вот эти вот вошки заметны. Вошки они называются, вши. Еле-еле заметны глазу. Поэтому я опоздала с обработкой. Половину обработала, половину нет. Позавчера до 12 ночи я с ними работала. Обрезала одно крыло и обрабатывала. Таким образом я знала, какая обработанная, какая нет. Но это было ночью. Я их из курятника выкидывала по одному цыпленку и уже знала. Смотрите, где мой ошейник валяется. Сейчас нацепим обратно. Так, ну пока. Всем пока.